Эй, всем привет, дорогие друзья, с вами Фуандри. Сегодня я буду продолжать проходить Far Cry 3. В этой серии, я думаю, что она, конечно же, не финальная. Надеюсь. Мы пойдем выполнять сюжетные задания, уже полностью сюжетные. Вот так. Надеюсь, что это все-таки не финальное задание. Хотя, возможно, и финальное. Так, ну что ж, сейчас поехали быстренько. Так. Быстренько пополняемся, ёпта. Давай, со скоростью света прям пополняемся. Я думаю, что нам пора брать какое-нибудь тяжелое оружие на это дело. Здесь у нас есть пулемет, причем с расширенным магазином. И коллиматорным голографическим прицелом. Поэтому я предлагаю его экипировать вместо нашей вот этой вот херни. Поэтому давайте... Это мы сделали. Так, вот здесь выходим. И нам остается 400 метров дойти. О, кстати. И нам остается всего лишь 400 метров дойти до того места, куда нам нужно. А, точнее, 200 метров уже даже. О, я понял. Теперь я понял, как... Зачем нам туда? А, мы же там взрывать будем тарелку эту, точно. Мы же будем взрывать тарелку. Пора отключить Хойту телефон. Да. Ой. Тихо. Привет, сэм. Ты должен взорвать спутниковую антенну, чтобы лишить наемников связи. Пройдешь через подземный бункер. Не пытайся взорвать ее из РПГ. Только дырок наделаешь. Поставь набор С4. Это единственный вариант. Так, все, леопарда нет. И оставь немного С4 до стальной двери, запирающей вход в бункер, я? Ё-моё. Закрытая территория. Мне здесь быть нельзя, так что униформа не поможет. Так. Тихо. Так, стопэ. Конечно, все хорошо. Но я бы сначала вытащил товарища вот этого. Блин, хреново видно так. Блять! Ты серьезно сейчас? Пацаны, идите в жопу, да? Воу, понял. В смысле? Тебе еще как больно? Пятку, ёпта! Ахиллесова пята! Ёп твою мать! Да хватит! Пацаны, ёпта. Да хватит! Так, стоп. У нас же есть тяжелая артиллерия. Точно. Двери сделаны из стали, но есть взрывчатка. Там, кстати, сигналка тоже была. Ладно, хер с ним. Не будем ужиматься на это. Так, отходим. Так, давай. Заряжай, ёпта. Кого заказывал? Воу!
Вы чё, пацаны, ёпта? Так. Так, пацаны. Оу! Нормально. Заходи, пацаны. Следующий. Воу! Интересно. До свидания, братан. Еще бы не гореть. Так, доберитесь до антенны, до спутниковой антенны. Большая штука. Надеюсь, все четыре хватит. Воу! Так. По поводу С4 я не знаю. Но вот по поводу других приколов. Так, сразу же давайте-ка раскидаем этих товарищей. Мина, не мины. Нет, давай мины реально заложим. Вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. Вот сюда сейчас заложим. Вот, все, хорош. А, ну и можно заодно эти С4 разложить. Туда разложить. Туда разложить. Все. Неплохо. Так, хорош. Пошли теперь сюда. А пополниться, интересно, здесь можно с этим? Нет. Нельзя. Ладно. Допустим. Абонент ходит недоступен. Да, абонент ходит недоступен. Сэм, готово. С4 на месте. Ты где? Кавалерия уже на подходе, мой друг. Защищай взрывчатку, пока я не прорвусь к тебе. И все будет чики-чики. Я что-то не понял, пацаны. А чё тут-то бежим все? Нифига с бородой! Так, товарищ. Ну выходи, мужик. Так, черт. Да ё-моё! А, это свои, ё-моё! Я понял! Понял, Сэм, бегу! Блин, и дождь пошел. Сэм, давай, ё-моё! На, нахрен! Ну высадь меня. Окей, высади меня где-нибудь.
Ну все, в принципе. И сразу же к Хойту сейчас можно идти. Несмотря ни на что уже, кстати. Такс. Давай! Готово, покрасить в черное. Деннис, я нашел брата, он жив! А что Хойт? Я собираюсь его убить. У него мой брат, Райли нужна моя помощь. Джейсон, ты воин Ракет. Отпусти прошлое. Семейные узы. Ослабляй. Он мой брат. Запомни, теперь мы семья. Так, черное золото. Да. А мы все летим, летим. Так, ладно. Так. Ну что у нас там по времени? По времени у нас, в принципе, нормально, еще только 11 минут. Могли и быстрее справиться. Но пошлите к Хойту сразу же. Так, по поводу заданий. Мы что-то пропустили? Нет, мы ничего не пропустили. По поводу, кстати, кому было интересно, у меня спрашивали некоторые люди, на сколько процентов я прошел сейчас Far Cry. 57% на момент тому, как я пойду последнюю миссию проходить. Хотя здесь миссии, кстати, сюжетных заданий почему-то 0 из 14 выполнено, но я вообще не понимаю почему. И оружие приблизительно 40 из 43. Ну, короче, все, идем к Хойту. Никаких больше проблем. Так, где он? Так, не понял. Все. Через лагерь Дельта? Или стоп, или мы не к Хойту идем сейчас? Интересно. Так, ну здравствуйте. Вот магазина, к сожалению, нету. Вот дождь этот меня напрягает сильно. Потому что обычно, когда дождь, ни хрена не видно, это как минимум. Плюс он еще тут с туманом таким. Ни хрена не видно, во-вторых, еще что-то непонятное происходит в дождь постоянно. Так, ну и что там? А, мы сейчас склад горючего идем долбить. Здорово, Сэм. Все необходимое? Сувениры. Мне так давно хотелось оживить это место, как говорят у нас в Америке. Сэм, ты американец? Я. Мой отец был морским котиком. Я родился, когда отряд был размещен в Техасе, а потом его перевели в Германию. А, дядя Сэм. Я понял. Ага. Отец-основатель, я думаю. Будешь с этим разбираться? Забудь. Давай украсим наш торт свечами. Давай! Поезжай к нефтехранилищу. Я встану за пулемет. Так, ну все, чё? Пацаны, ё-моё! Так. Сэм, я, конечно, не гений русской демократии. Ты просто очередная жертва. Граната! Сэм, давай это. Блин, я думал, что придется это. Так, Сэм, давай, поехали. Поехали, Сэм, ё-моё. Ёб твою мать. Приехали, называется. Так,
Сэм, отстреливай! Отстреливай, Сэм, ё-моё! Оу! Блять, долбаный огнеметчик. Вот больше всего я в этих играх не люблю огнеметчиков. Сэм, ёб твою мать, стреляй! Да, Сэм, ёпта! Да собаки нахер! Так, тихо. Сэм. В смысле Сэм убит? Он же только что живой был. Ё-моё. Бляха-муха. Так. Интересно. Ё-моё. Да-да-да, Сэм, отнесёшь. Иди, уничтожь второй резервуар. Ну так поехали. Так, хорош. Чё у нас тут? Опа, аптечки. Так. Ё-моё! Так, Сэм, ёб твою мать! Это лучший день в моей жизни! Да-да-да, Сэм! Приготовь следующую бомбу! Здесь слишком много резервуаров! Да ёб твою мать. Пацаны, вы, по-моему, блять, зачем я сюда пошел? Так, пацаны, я понял. Я понял, пацаны, ёб твою мать. Ё-моё! Так, пацаны, стоп. Да ёпта, мать. Да не-не-не-не-не-не-не. Сэм, помогай, ёпта. Да-да-да, Сэм, давай. Да блядь! Гнида, сгори! Погорел, да, гнида? Больно тебе, сука? Сейчас тебе покажу, что такое настоящая боль. Так, валим, валим. Так, уезжай, ё-моё, уезжай! Давай, 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 давай! Оу! Когда веселишься, время бежит! Серьезно, серьезно, реально! Дураки, что ли? В смысле тебя там не убить? Тебя еще как убить-то? Так, все, отходим. Да ты серьезно, что ли?
Сэм, ты жив, нет? Пиздец, Сэм. Мы, походу, сегодня не едем, да? Нет, едем. Это не наша машина взорвалась. Так, пацаны, все, спокойно. Меня здесь и не было. Так, ну чё? Занимай пулемёт. Я иду внутрь. Давай, 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 давай. Так, спокойно, пацаны. Так, не надо мне тут. Воу! Сэм, ну ты там долго, нет? Дядя Сэм! Где они там? Еще едут? Ёб твою мать! Оу! Ёб твою мать! Гони, 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 гони! Убей их! Да пытаюсь, ё-моё! Шайзе, шайзе, шайзе! Убей их! Пытаюсь, пытаюсь! Езжай, ёб твою мать! Оу! Поехали, поехали! Чё-то, по всей видимости, я пропустил момент, когда мы это... Дуды бар, да? Получил Америка, в рот вас! А теперь закончим дело. Убьём Хойта за покером. Давай, краба. Давай! Встретимся у дома Хойта. Хорош, хорош, красава, Сэм, ёпта. А. Ну ладно. Сэм! Постой! Блин, как мне нравятся вот эти вот сцены. Так, все, что у нас по поводу навыков? Вот это что у нас? А, поставки это... Давайте, ладно, возьму наук, что ли. Угу. Так, ну и все, в принципе, что у нас по времени. И всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, заходите в нашу группу в Дискорде, заходите в нашу группу ВКонтакте, проявляйте активность в этих группах, добавляйте меня в Дискорде, ВКонтакте, а с вами был Фландрис, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!